Меня звать Наталья. До войны я работала ветеринарным врачом в районе, сейчас это боевые действия. Вот, я сейчас волонтер в Красном Кресте. Благодаря городу Цинциннати, нашим спонсорам города Харькова, то есть мы имеем возможность в данный район, тяжелый район, который обстреливается, вести людям помощь, и медикаменты, и гигиену, ну, чем я занимаюсь. Вот, поэтому люди очень благодарны этому, потому что выехать возможности они не имеют. Вот, а я имею. Имею машину и решила тоже помогать как-то для того, чтобы приблизить этот День Победы. Вот, и с наименьшими потерями, чтобы люди были здоровы, хоть как-то более-менее счастливы. Вот, ну, все вроде.